Всем привет, акула! Ты знаешь, что отличает крысу от акулы? Крыса никогда не поставит лайк и не будет подписана на канал. Вот. Только самые крутые акулы подписаны на канал и ставят лайки постоянно. Так что выбирай себе, кем тебе быть. А мы приступаем к видео. Рассказывал молодой, что опять натворил. Опять заскамили? Да не совсем. Короче, вы же знаете, да, у меня есть проблема, у меня иногда интернет просто оффается, типа, и все, и стрим прерывается, ну вы шарите. Ну я думаю, вы все в курсе уже, да, кто стримы постоянно смотрит, то, что у меня такая проблема есть. Роутер, ну можно и так сказать, сейчас я вам все объясню. Короче, смотрите, есть проблема такая вот, то что я сузил жестко круг проблемы этой, потому что я начал в этом жестко разбираться, копаться, типа, чё и почему. Вот, я пришел к выводам, то что у меня оффается интернет на компьютере, оффается стрим из-за роутера именно. Почему именно из-за роутера ХЗ? Как я это понял, потому что я стримил, я подключал напрямую от модема к компу, и у меня все прекрасно, такой ошибки вообще, ну, близко нет, он и не вылетает, типа, все в порядке. Я помню, я Fortnite стримил, по-моему, кто-нибудь смотрел мои стримы по Fortnite? По-моему, у меня ни разу на Fortnite стрим не вылетал. Я не помню, чтобы у меня на Fortnite стрим вылетал. Я не помню, чтобы у меня на Fortnite стрим оффался. Потому что, ну, там, короче, потому что, ну, никак роутер не взаимодействовал, вот, потому что там подключение прямое было, короче, что-то не так, ребята, что-то не так, и вчера я пытался разобраться, сначала нам идея пришла с Никитой в голову, Никита это мой друг Лансит, вот как сделать, смотрите. Мы решили то, что... Вот у меня модем, который в прихожей. Мы решили, короче, попробовать отключить мой модем. Ну, я решил. Типа, я решил попробовать отключить модем. Я пошел, попытался подключить роутер вместо модема, поняли? Ну, типа, заменить свой модем на роутер. Я вообще не ебу, можно ли так сделать? Никита, типа, говорит, можно. Я вообще не ебу, я в этом не шарю. Типа, идея была такая, чтобы у меня вообще модема не было. Вот, вместо этого был роутер. Сейчас, следующий трек. А ну-ка, сейчас ВК опять лагает, сука, заебал. Ладно, давайте это скипнем, пусть трек дежавю будет. В честь дежавю. Короче. Я пошел и отключил полностью свой модем, попробовал подключить те, ну, проводки, где они должны быть, попробовал подключить их в роутер, короче, блядь, типа, чтобы вместо модема был роутер. И задумка была такая, то, что от роутера там, короче, как-то будет провод идти в комп. Наверное, все в порядке, типа, будет, и, может быть, Wi-Fi бы не лагал, но у меня нихуя не получилось. Типа, нихуя не получилось, там какую-то ошибку выдавало. Вот, я несколько раз попробовал, нихуя не получилось. Потом я прихожу в комнату, обратно все сделал, как было. Модем подключил, как он был подключен. Вот, пошел, подключил роутер, как должен быть подключен роутер. Все, как было до этого. Вот, и потом начал гуглить видосы на ютубе. Начал гуглить видосы на ютубе, короче. Вот, как, ну, так и написал, так и загуглил. Что делать, если у тебя отключается интернет из-за роутера? Вот, и мне нашло такие видосы, где есть какие-то там, блядь, варианты. Самый популярный вариант был, что можно сделать, это зайти, короче, в настройки роутера. Это делается через браузер, да? Вот, через браузер заходишь, ну, как-то так, заходишь в настройки интернета. Записывайте, ребят. Смотрите, я пытаюсь зайти в настройки в браузере интернета, вот, и оказывается то, что я не помню, логин или пароль, короче, я пытался разную хуйню вводить, ну, типа, сначала, как написано на роутере, там же на роутере с обратной, ну, снизу, там, если его поднять, написан логин и пароль, ну, видимо, я его менял, или не я его даже менял, и хуй его знает, я не помню, ну, мне же, наверное, его кто-то настраивал, я хз, я не помню, или я просто купил его и подключил, или даже его никто не настраивал, я нихуя не помню. Ну, походу, я менял логин или пароль. Я не мог их вспомнить. И я тогда начал гуглить, что делать, если не можешь вспомнить логин или пароль. Вот, я начал гуглить.
Вот, я загуглил, и там написано самый, ну, единственный такой нормальный вариант — это сброс сделать, сброс настроек до заводских. Я, короче, сбросил до заводских настроек, короче, свой роутер. Вот, все, я смог зайти в эту хуйню в браузере, но у меня вообще, блядь, перестал он работать. Типа, у меня не было нихуя интернета, ни на компе, ни на Wi-Fi, нихуя, короче. Я такой, блядь. И там куча настроек передо мной, в которых я не ебу вообще, что делать, потому что я же не настройщик интернета, это не моя работа, это не моя сфера. Я нихуя в этом не понимаю, там дохуя настроек, ребята. Я загуглил видос, типа, своего роутера, именно модель своего роутера на ютубе, типа, как его настроить вот в этой хуйне. Я загуглил, короче, начал по гайду делать, сижу с телефона, ну, с телефона видос включил, чтобы вы понимали, насколько неудобно было, я как будто, блядь, в 2010 году был. У меня с интернета, мобильный интернет очень плохо ловил, я видос смотрел в хуёвом качестве, и видос зависал, мне надо было ждать по 5 минут, пока видос дальше прогрузится. Это такая ебатня. Спасибо огромное за донат. Да, блядь, нисколько, да, блядь, брат, всем похуй на ДР, на БС, на все, всем похуй. Сейчас не об этом вообще речь, даже близко. Вот, проблема сейчас не в этом. А, вот, смотрите, я, короче, настроил по гайду на ютубе настроил, и вроде как у меня все работало, вот, сегодня. Вчера все работало, я как-то так настроил, что работало, вроде и Wi-Fi работал, и интернет на компе работал. Сегодня я только думаю, пойду провод поменяю, типа. Ну, съездил на плавание. Кстати, заблокировал свою карту, все свои старые карты нахуй переблокировал, потому что меня на одной заскамили, блять. Плюс там, я когда с Лизой встречался, там, ну, ее подруга мою карту спиздила. Ну, как спиздила, она просто... Мы у меня дома были, у меня постоянно были тусовки, у меня часто было такое, что у меня на квартире было по 5-6 шлюх. Ну, не буквально шлюх, но вы поняли, в каком смысле. Вот, и у меня большие тусовки были, и какая-то мразь, вот ее подруга, она мою карту, типа, вела у себя там где-то, короче, что-то покупала. Я не знаю, может, Лиза вообще там в сговоре была, я хуй его знает. Короче, у меня утекали тогда бабки, я это заметил, я ей тогда сказал Лизе то, что, ну, пиздец, у меня кто-то бабки пиздит, сейчас пойду заяву в милицию накатаю, знаю, типа, там на заправке, короче, спалились. Лиза такая, блядь, а, блядь, это моя подруга, короче, ну, она у всех подруг просто спросила, она такая, а, блядь, это моя подруга, мразь, там, типа, блядь, это еще молчу о том, что у меня тогда еще 100 баксов на столе лежали, ну, типа, мои 100 баксов были, у меня их тоже спиздили, блядь, это пиздец, меня так все объебывали, это пизда. Короче, смотрите. И, короче, я прихожу сегодня, я сделал распечатку, потому что мне уже налог надо будет и за этот год платить. Типа, у меня и так 2500 долларов долг, и у меня он еще больше будет. Сколько за этот год, хуй его знает. Я пока, распечатал хуйню, которую я передам своему бухгалтеру, вот, и бухгалтер там уже рассчитает. Вот. И заблокировал все свои карты старые к хуям, вот, и уже, ну, все, через пару дней новая карта будет. Новая карта, хорошая, классная карта, новенькая абсолютно, на которой меня не скамили ни разу. Вот, и после этого, как я это все сделал, я поехал провод менять пытаться. Вот, я, короче, выдернул провод, который идет от ПК к моему роутеру, вот, и поехал с ним в магазин, там, ну, где всякие провода продаются, всякое такое. Вот, я приезжаю в этот магазин. Я подхожу к консультанту, вот, и говорю то, что мне нужен такой провод, вот, только, ну, новый, короче. Бля, я в ахуе с консультанта был, сейчас объясню почему. Потому что, вот, я ему показал, он говорит, погнали, только у нас очень длинный, только я хз, он тебе подойдет, нет. И он спрашивает потом, вот, он смотрит на мой провод, а у меня провод, ну, охуенно выглядит, типа, целый, все с ним в порядке. Вот, и стоит еще один консультант около нас. Вот, и он спрашивает, а нахуя тебе вообще провод менять? А я говорю, что вот у меня такая залупня с интернетом, и вкратце ему все объяснил. И он, знаете, что сказал? То, что, ну, я вот смотрю на твой провод, он вроде в порядке, с ним все хорошо. Вот, я еще сказал то, что я как только роутер купил, у меня плюс-минус сразу эта проблемка началась, просто я не сразу выкупал, что это в роутере. И он вместо того, чтобы заскамить меня на бабки, типа, работа консультанта в чем заключается, или продавца в магазине? В том, чтобы продать, неважно кому, главное продать. Ему главное деньги заработать, главное продать. И челы, блядь, вместо того, чтобы мне втюхать дорогой длинный провод, который мне нахуй не всрался, сказали мне, что, во-первых, длинный провод брать хуёво, потому что если у тебя роутер рядом с компом стоит, то длинный из-за этого может интернет
интернет хуже передаваться. Они, во-первых, это сказали. Во-вторых, он сказал то, что вроде провод у тебя, ну, вообще в порядке. Типа, вряд ли проблема в проводе. И один чел, и еще один чел, который его, типа, ну, напарник был, начал мне говорить то, что у него была похожая проблема. Вот, и он попробовал тогда сброс сделать до заводских настроек, ему это, типа, помогло, вот, ну, или не сразу помогло, вот, короче, они мне советовали варианты, что можно поделать, я в ахуе был с консультантов, потому что, блядь, мне такие мужики попались, которые реально, которые, ну, им не похуй, понимаете, им не похуй, вот, им не главное просто продать. Ну и честно, вот если бы, мне кажется, если бы их начальник рядом стоял бы, ну чисто, ну незаметно бы их начальник рядом стоял, если бы он увидел, как они работают, он бы их уволил, наверное, к хуям, потому что, ну, начальнику невыгодно, чтобы челы так работали. Они могли просто меня заскамить и все, продать мне провод и не ебаться со мной. Они прям стояли, долго со мной разговаривали, мы, наверное, минут 20 общались, просто стояли, думали, что сделать можно. Вот, я им еще говорю то, что, блин, ну это так обидно, то, что у меня роутер, я бы еще понял, если бы он дешевым был, а у меня же роутер стоит 30 тысяч России примерно. Вот, я очень охуенный роутер покупал, как будто я собирался целый торговый центр обеспечивать Wi-Fi. И, блядь, и с ним нахуй проблемы какие-то. Ну, скорее всего, не с ним проблемы. Сейчас конкретно, придя домой уже, короче, не купил я провод. Я так тоже задумался, реально, проблема вряд ли в проводе. Вот, я задумался то, что, блядь, наверное, все-таки либо в настройках что-то не так. Короче, какие у меня варианты сейчас появились? Смотрите, что вы понимали, прямо сейчас я тупой просто, ну, я не шарю в этом. Я не знаю, как мне его настроить, то есть у меня даже просто Wi-Fi не работает, вообще не работает. Я не буду сейчас опять копаться что-то там, потому что он там поработает чутка, потом опять не будет работать. Сейчас вариант только позвонить провайдеру завтра, ну, сегодня уже просто поздно, уже 9 вечера почти, позвонить с утра завтра провайдеру, вот, и попросить, чтобы специалист приехал, и чтобы мне именно специалист настроил, который от моего провайдера, чтобы он как-то вот так настроил, чтобы он стыковался с модемом, потому что, может, там что-то не стыкуется в настройках, вот, мне нужен чел. И, скорее всего, это будет дорого. Я не знаю, сколько это денег будет стоить. А у меня сейчас нихуя нету. У меня есть деньги на Binance, я не буду как их вывести. Я не буду. Никита вроде шарит, но я не шарю. Я не знаю, как мне даже деньги вывести с Binance. Вот, у меня есть бабки на Ютубе, но чтобы их вывести, они там вводятся в 20-х числах, нужна карта. Карты у меня нету, мою заскамили, мне пришлось ее заблокировать. Вот, с Твича тоже деньги не могу вывести, потому что у меня опять-таки сейчас карты нету нормальной, вот своей, так скажем. Короче, бабки ниоткуда вывести не могу, на Binance есть немного, не буду как их вывести. Вот, а свои бабки я уже проебал там сколько, вот у меня было 10 тысяч рашки, 3 тысячи или 4 тысячи я уже на одну хуйню проебал. Вот, так, сейчас, сколько я сегодня суммарно проебал? Короче, у меня осталось 1005 или 6 российских рублей, но я переживаю, что этого может не хватить. Я переживаю, что этого может не хватить. А, ну, у моей мамы есть деньги, ну, блядь, у мамы деньги просить, ну, я не знаю, блядь, у меня нихуя нету, я нихуя не знаю. Я, блядь, несчастный, пожалейте меня, пожалуйста. Бля, ну это пиздец, что вы понимали. Я уже понимаю, как мне подняться на Brawl Stars. Вот Миша там охуенную, гениальную супер-пупер идею придумал. Я придумал, как это переработать под себя, как раскрутиться, распиариться. Типа, как сделать дохуя онлайна, как сделать дохуя бабы, как стать успешным хуем, блядь. Чтобы у меня кругом все тёлки хотели отсосать хуй, чтобы я был красавчиком, богатым, все это, успешным писюном, блядь. И у меня, блядь, единственная проблема, это проблема с ебучим интернетом, который вылетает. Скажи, X2 дашь маме? Да с каких хуев? Да, я, конечно, я дам. Вот, ну, блядь, там надо в обороты вложиться, вся хуйня. Я не знаю, блядь, я реально, я... Просто мне сейчас жестко не везет. Просто жестко не везет, поэтому я не знаю. Если вдруг мне мама, ну... Блядь, у моей мамы самой сейчас не самые лучшие времена. Вот она там старается, работает. У мамы деньги долгать, не знаю. Поэтому если, ну, мама просто... От мамы многое зависит. Типа, если мне мама денег долганет, или если Никита мне поможет, скажет, как мне деньги с Binance вывести, то у меня тоже немного денег будет. Их, скорее всего, хватит. Вот, либо так, короче, сначала нужно где-то срочно взять деньги завтра и уже завтра вызвать настройщика, но не факт, что это поможет вылетом, то есть, если придет настройщик, то, скорее всего, у меня просто, естественно, будет работать Wi-Fi, будет работать и Wi-Fi, и интернет на компе стабильно. Сейчас просто, почему я стрим запустил? Потому что я отключил полностью роутер, и поэтому сейчас у меня работает, потому что я от модема подключен к компу.
Вот в БС я не могу сейчас никак поиграть. У меня потому что Wi-Fi нету. И он не работает, вообще не работает. Не работает Wi-Fi никак. Я уже старался, настраивал, у меня ничего не получается у самого, вот. И нужно завтра, наверное, постараться уже прям завтра вызвать мастера. Надеюсь, что он завтра приедет, а не через неделю, блядь, или там вот это вот в понедельник, в пятницу. Спасибо за донат. Я не знаю, брат, сколько мне не хватает. Я не знаю, сколько мастер будет стоить. Смотрите, и не факт то, что мне поможет мастер. Типа, он поможет настроить, но не факт то, что это решит проблему. Смотрите, варианты сейчас какие, что я придумал. Ладно, насчет провода я поверил типам, что ладно, провод, скорее всего, нормальный. Да, я поверил типам. Я не знаю, блядь, мне еще некоторые люди... Я спрашиваю вроде умных людей, которые шарят. Одни немного одно говорят, другие немного по-другому. Третьи говорят, проблема, наверное, хуй, блядь. Не в этом, наверное, я не знаю. Короче, что мы делаем? Первый вариант, это мы покупаем мастера. Вот, мастер приезжает, настраивает роутер. Мастер от Белтелеком, от моего провайдера. Вот, если это не помогает, тогда, наверное, мы просто покупаем новый роутер. Если это тоже не помогает, тогда все, пизда. Все тогда, блядь, забудьте, нахуй. Стримов по ВС больше не будет тогда, походу. Такие вот у меня варианты. Но проблема реально в роутере. Потому что... Бля, ну, не знаю, ну вот даже когда я просто сижу стримлю, вот сейчас, вот у меня ж хуй интернет сейчас офнится, потому что схуяли ему офаться, если все четко. Мастер бесплатный? Не-не, мастер не бесплатный, ребят. Мастер от провайдера бесплатный, только если бы у меня проблема с модемом была. А роутер, я его сам покупал. Роутер никак не связан с моим провайдером. Вот в чем прикол. Поэтому он не бесплатный, так как оборудование мое. Если бы это был роутер от компании, вот, провайдера, тогда да, а так нет. А так хз, сколько он стоить будет. У тебя не настроен роутер? Ну да, я его типа сам как долбоеб настроил, у меня сейчас нихуя не работает. Вчера работало, сегодня не работает, хотя я ничего не менял. Все. Да я говорю то, что может быть, смотрите, может быть, в чем, почему интернет офится, потому что что-то там какие-то несостыковочки, типа из-за того, что настройка плохая была, может это тоже как-то влияет. А, у меня донаты не выведены, блин, сори. Сейчас, сори, я донаты просто отключал, когда видос снимал. А, еще Donation Alert слагает, красава. Ща, оповещение, так. Настроить. Синтез речи включено вроде. Все, вывел донаты, сейчас должны будут отображаться, если кто-то будет донатить, спасибо. Ладно, ну все, да, все, мы так делаем, правильно? Как вам мой план, ребят? Как вам мой план, про который рассказал? Так нафига ты его трогал? Потому что я хотел сам решить проблему, у меня не получилось, я заебался, что нофэтс. Но роутер стоит 50 баксов, новый, если что. Да, я понимаю, но а как мне еще? Ребят, я не могу так продолжать больше, я заебался, я и так уже сижу полтора года, у меня полтора года уже стримы офэтса, полтора года. Спасибо, Пайзулу. Ребят, не разбанивайте Пайзулу, он неадекватный. Я заебался, нельзя так больше. У меня уже, у меня в прошлой зимой интернет офлся. У меня постоянно офлится интернет, когда я в БС играю. Какой фирмы роутер Asus? Я на связиста учусь, скажи, что пишет, может подсоблю. Короче, когда интернет офлится, я нажимаю найти проблему, и потом выдают проблему, шлюз установлен по умолчанию, доступен, что-то такое. Типа был недоступен, стал доступен, что-то такое. Но я тебе говорю, проблема в роутере конкретно. Я проверял. А что делать, хз? Какой большой. У тебя подключен модем к роутеру через провод, да? Бро, давай в долг, да. Нам нужную, да, сумму в ВК спишемся, если стыдно у мамы, брать и так далее. Собака к притче ВК. Да я не хочу, ребят, ни у кого, блять. У меня и так долгов пизда, блять. Сейчас еще от налоговой долг придет. Еще один. Сверху. Там, наверное, я буду должен 3 уже или 3,5 тысячи баксов, хуй его знает. Но это похуй, это меня не зазморалит. Это меня не зазморалит, потому что я вроде как, ну, не хуёвый только контентик надумал, вот. У меня охуенные планы, я думаю, расхайпимся, заработаем до хуя. У тебя в один и тот же коннектор роутер подключен, к примеру, от модема идет LAN 1.
и к роутеру подключается тоже LAN 1. ХЗ. Ну там как идет? Там два проводка в модеме подключены, там в два гнезда, LAN 1 и LAN 2. А белый провод, который идет, это, ну, там идет белый провод от модема, это не тот, который в LAN 1 и в LAN 2 подключен. В LAN 1 и LAN 2 какие-то два желтые провода подключены, а идет именно белый провод к роутеру, вот, и в роутере, да, я втыркиваю переходник, типа, от роутера к компу в LAN 1, да. Короче, сложно все. Если бы я еще прям шарил в этом, даже объяснить нормально не могу. Ну, я просто вам с вами стрим зачем врубил? Просто планами врубил поделиться, чтобы вы в курсе были. Поэтому у меня сегодня стрима не было из-за того, что я пытался сегодня целый день решить проблему, короче. Ну, я думал, провод просто может поменять, пока попробовать. Но мне, типа, сказали, вряд ли в этом дело. Вот, я им поверил. Я просто пока, давайте я пока интернет не починю, у меня просто ноль желания Б стримить, потому что я, например, могу сидеть в стриме, даже вот я читапы, у меня может быть там онлайн до 800 разгоняется, а потом хуяк интернет оффается, у меня там 500 онлайн, это очень дезморалит, вы понимаете? Или, например, я вчера, или когда это было? Да, вчера оффл стрим, вот с утра я запушил персона 1500, я хочу рейд кинуть, своему другу. Вот, у меня было 600 или 700, 700, по-моему, было онлайн тогда на стриме, интернет оффается в самом конце, когда уже рейд собирался кидать, потом он восстанавливается, и у меня 300 с хуем онлайн, охуенно, просто охуенно. На стриме GoChill делаешь. Какой настройка, блядь? Никита, ты долбоёб, блядь. Мне похуй вообще сейчас на все, на актив, на все. Я знаю, как актив разогнать. Я знаю, что я хочу в БС топ-1 мира запушить. Я просто не хочу стримить, когда интернет оффается. Мне похуй, типа, будет это контентом, не будет это контентом. Мне просто нужно проблему решить. Никто не ебет, блядь, нету челика, который просто приедет и все чики-пуки сделает. Я сам, я не работаю этой специальностью, я не учился, блядь, на кого-то проводника и так далее. Я не прям, я не программист, я долбоеб, я стример, я тупой, блядь. Некому обратиться, никто не знает, что делать. Поэтому такие вот варианты я надумал, решением проблемы. Вот, то, что я вам озвучил, попробую такие варианты, и все. Никита тебе пред... Да, мне кажется, Никита нихуя там не сможет, не получится у него ничего. Никита тоже, он просто шарит там что-то в компах. Ну что, прям эту проблему пофиксить. Не знаю. Да Никита занят еще. Мне это срочно надо решать, блядь. Мне это срочно надо фиксить как-то. Никита, вот ты ебешь, как интернет настраивать? Вот есть сайт, да, сейчас скажу, как он называется. Сейчас я не помню, как он называется. Есть сайт Asus, да? Вот роутер Asus. Ну понял, в интернет типа зашел. Там настройка интернета. Вот, там вся хуйня, карта сети, гостевая сеть, там беспроводная сеть, локальная сеть, интернет, там куча настроек, подключение двойной ван, блядь. Переподключатель портов и так далее. Ты чё, ебёшь, как это настроить, что ли? Ну, приезжай завтра. Ну, я сомневаюсь, что Никита поможет. Вот, я думаю, что... Чат, как вы думаете, Никита сможет нормально настроить? Мне кажется, нет. Вот, поставьте плюс чат, кто думает, что Никита нормально настроит. Мне кажется, блядь, Никита такое приедет, у меня вообще нахуй комп включаться не будет. Мне кажется, у меня вообще комп не будет включаться. Ладно, давайте так, если у Никиты получится настроить, я Никите денег подкину. Ну, понятно, не за бесплатно, то есть... Но если у Никиты получится сделать так, чтобы он пофиксил проблему, я ему нормально так денег, как мастеру, накину. А давайте так, ща, подождите, стойте. Лев? Эй, что за лев на подушке у тебя отдыхает? А, нет, это просто это покрывало такое. Спасибо большое, Фрэнк, за 300 рублей. Короче, ладно, давайте такой челлендж. Вот, если, короче, у Никиты получится настроить, то я ему нормально так денег подкину.
Вот, как мастеру. Но если у Никиты не получится, то я ему... Давайте, короче, так, если у Никиты... Да я, бля, я с пруфами прям это сделаю. Я прям покажу, как я ему бабки даю. Либо мы Никите 10 лещей пробиваем. Как, Никит согласен на такую хуйню? На стриме, Никит, на стриме. Какой РЛ с петардами, Никит, ты долбоёб, блядь, помоги мне проблему пофиксить. Но я не верю, что Никита сможет сделать прям пофиксить. Ну, не просто интернет настроить, чтобы он работал, чтобы там не вылетал нихуя. Да, бля, просто, может быть, даже Никита настроит, а проблема не в этом была, хуй его знает. Вот в чём может быть проблема. Ладно, придумаем. Ладно, короче, чё, Никит, ты завтра приедешь или чё? И делаем РЛ с петардами, гоу. Ну, бля, ладно, давай, если получится, давай сделаю РЛ с петардами, когда получится проблему эту пофиксить. Давайте, ребят, договоримся. Никита мне предлагает такую хуйню, что если у меня, типа, получится пофиксить проблему с вылетами интернета, тогда я для вас, типа, собираю охуенную компанию фриков, вот, и мы делаем РЛ с петардами, гоу. Я просто не планировал ничего делать, пока я пушу там вот это все. Отвечаю за базар. Ну да, делаем. Да, да, Никит, делаем. Ну просто я говорю, Никит, может быть проблема даже, ну, не в роутере, поэтому я не буду тебя критиковать, если что. Ты, может быть, его настроишь, а проблема не в этом, понял? Ну попробуем. Короче, а вы хотите, я завтра стрим включу, как Никита настраивать будет, или вам похуй? Просто можем еще, блядь, РЛ ебануть, как Никита ебется с компом. Реально хотите? Реально? Блин, ребят, спасибо большое за поддержку. Даже на этот стрим много людей зашло, если честно. Я думал, сейчас на стриме человек 100 будет сидеть. Ладно, давайте тогда завтра попробуем врубить стрим. А вот, еще где Никита там настраивает. Вот, все, делаем тогда РЛ завтра. Вот. Ну все, ребята, мне больше нечего сказать. Я БС не могу поиграть. Я хочу пушить кубки. У меня сейчас хорошо шло. Мы каждый день по персу на 1500 апали, вот. Сегодня пока, ну, выходной, потому что мне дел было очень много. Я все пытался. Я не сижу, не дрочу, я пытаюсь проблемы решать. Спасибо. Вот завтра, скорее всего... Я недавно слов и поимел 300 баксов. Он думал, трахнет меня, а я его кинул. Какая у тебя видюха? Спасибо за донат. Подожди, как тебя зовут? Сейчас дай вспомню. Бля, как тебя зовут? Ладно, хуй с тобой. GTX 960 видюха у меня. Все, ладно, ребят. А, Вика, точно. Спасибо за донат, Вика. Короче, ладно, ребят, все, тогда завтра... Завтра РЛ. Завтра БС тоже не будет, потому что завтра только процесс будет, типа, попытки настроить нормальный интернет. Вот, и проверим, будет ли все нормально работать или через жопу, как обычно. Вот, окей, завтра РЛ тогда и все. Послезавтра, надеюсь, все в порядке будет. Попробуем послезавтра тогда уже врубить стрим по БС и продолжить пушить. Все, ребят, договорились тогда.